руках набор для покраски оружия в камуфляж от российской компании «Новокраска». Компания занимается производством и реализацией высококачественных средств по уходу за оружием и специализированных оружейных покрытий. Данный набор рассчитан на покраску одного или двух единиц оружия в камуфляж «Мультик Лето». Сегодня мы вместе с вами посмотрим на содержимое данной коробки, рассмотрим комплект поставки, ну и, конечно же, попробуем данную краску в деле. Поехали! Думаю, многим из вас известно о том, что я более 15 лет занимаюсь страйкболом. И поверьте, за этот период времени я успел много чего покрасить, и привода, и шлема, и другое снаряжение. Использовал я при этом различные краски, иногда даже не предназначенные для покраски там, снаряжения и вооружения. Я никогда не пробовал вот такие вот наборы, и уж тем более я никогда не пробовал красить оружие в мультикам. Сегодня мы с вами это попробуем. Впервые о компании «Новокраска» я узнал на конференции «Страйкон 2024», где я видел окрашенные образцы вооружения. Если мне не изменяет память, это был окрашенный магазин на АК и банка. Ну, возможно, что-то еще. Так вот, я вам скажу, в своих покрасках мне никогда не удавалось достичь такого результата, который был на вышеуказанных изделиях. Сегодня мы попробуем повторить данный результат. Как вы уже догадались, набор приходит вот в такой вот коробке. Если обратить внимание на правый нижний угол, то можем увидеть другие паттерны камуфляжа, которые предлагает нам компания «Новокраска». У меня мультик «Лето». Внутри коробки находится инструкция, а также набор трафаретов, которые необходимы для покраски. Я бы хотел отдельно остановиться на инструкции, потому что инструкция здесь очень небольшая, короткая и понятная. Давайте вместе прочитаем инструкцию, благо она очень емкая. Шаг первый. По возможности заматировать наждачной бумагой изделие. Очистить обезжиривателем и дать высохнуть окрашиваемой поверхности. Шаг второй. Тонким слоем, обращаю внимание, тонким слоем нанести базовый цвет краски мультик олива. Распылять краску на удалении 20-25 см от окрашиваемой поверхности. Не надо близко подносить баллон и жирно мазать. Она будет долго сохнуть и будут подтеки и так далее. Дождаться высыхания краски на отлив 20-30 минут. Шаг третий. Обклеить примерно 30-40 поверхностей изделия трафаретами с листов под цифрой 1. Нанести изделие цвет мультик темно-зеленый. Дождаться высыхания на отлип 20-30 минут. Шаг 4. Не снимая предыдущие трафареты, на участке, окрашенные в цвет мультик темно-зеленый, дополнительно наклеить трафареты с листов под цифрой 1. Таким образом, чтобы трафареты в общей сложности заняли примерно 50-70 площади окрашиваемого изделия. Окрасить цветом флектарн браун. Через 20-30 минут после высыхания краски снять трафареты. Пока 4 шага мы с вами прошли, все предельно просто и понятно. Шаг 5. Хаотично наклеить трафареты слой со слоя номер 2 и закрасить их внутреннюю часть цветом коричневый. Шаг 6. Поверх уже созданного паттерна хаотично наклеить трафареты с листов под цифрой 3 и закрасить пятна внутри листов цветом пустыня. После высыхания краски снять трафареты, и изделие готово к использованию. И отдельно выделено, жирно прям выделено, краску наносить тонким слоем. Слишком толстый слой краски способствует увеличению времени сушки и образованию блеска. Вот и вся инструкция. Помимо инструкции и трафаретов, в набор поставки входит 5 баллончиков с краской и 1 баллончик обезжиривателя.
Что интересно, и такого я не видел нигде и ни у кого, в комплекте поставки идут два кэпа. Но один там не просто запасной, да, один основной. Нет, на самом деле они разные. У них разное сопло. Одно шире, другое уже. Таким образом, используя нужное вам сопло, вы можете регулировать угол распыления краски. Ну и, грубо говоря, площадь покраски. Еще один момент, на котором хотелось бы обратить внимание отдельно. Хотелось бы внимание на нем заострить. О том, как правильно вставлять кэп в баллон. Это касается не только компании там, «Новокраска», это применимо ко всем другим краскам тоже. Мы не просто вставляем и давим силой. Мы аккуратно проворачиваем, ну, грубо говоря, там, на 180 градусов. Вращаем кэп и вкручиваем в баллон. Никакой резьбы там нет, но делать нужно именно так. К сожалению, наждачной бумаги, о которой компания «Новокраска» пишет в инструкции, в комплекте нет. Но, конечно, могли бы и положить. В целом, набор крутой. Все, что нужно для окраски, в нем есть. Еще раз обращаю внимание на инструкцию. Большинство видео по покраске оружия, которые я видел там на YouTube, ну, в любых там видеохостингах, они такие и сняты в каких-то домашних, что ли, условиях, более тепличных. Люди красят в каких-то помещениях, где тепло и сухо. Давайте будем честны, что не у многих из нас есть возможность покрасить изделие в каких-то вот таких тепличных условиях. Сегодня я вам предлагаю покрасить оружие, ну вот, как есть, грубо говоря, на коленке. Где ты находишься, там ты и красишь. И посмотрим, какой у нас получится результат. Потому что зачастую покраска будет проводиться именно в таких местах. Итак, следуя инструкции, первым пунктом мы должны очистить автомат обезжиривателем. Но перед этим пунктом я бы настоятельно рекомендовал почистить автомат каким-нибудь ветошью, щетками и так далее. От различного песка, от различной пыли, грязи, кусочков там, не знаю, травы, каких-то песчинок, которые, находясь в щелях автомата, в последующем начнут отваливаться вместе с краской. И желаемого результата мы с вами не достигнем. А уже после этого приходить к обезжириванию. Для обезжиривания мы должны нанести обезжириватель на автомат. И протереть его какой-нибудь ветошью. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы убрать всякие жирные пятна, остатки потожировых желез с наших рук, убрать остатки чистящих средств, масел и так далее. После чего даем оружию высохнуть. Следующий пункт. Мы должны с вами заклеить там, малярным скотчем, обычным скотчем, пластырем, там, ну кто чем. Те места, которые не должны быть окрашены. Ну, в моем случае это целик.
И, пожалуй, все. У меня нет никакой оптики, которую нужно, линзы которой нужно защитить, коллиматорных прицелов и так далее. Следующий пункт инструкции – это покраска базового слоя в камуфляж мультик олива. Еще раз обращаем внимание на кэп. Вот видите, какое здесь сопло маленькое, красное. Здесь будет у нас узкий факел, идущий в комплекте. Вот такой. Сопло, видите, уже побольше. Площадь окрашивания будет больше, так как краски выходит тоже больше. Ну, давайте попробуем со стандартным соплом для начала. Краску необходимо взбалтывать перед тем, как приступить к окрашиванию. Делать это нужно 2-3 минуты. Наносим базовый слой. В целом все. Даем этому слою высохнуть и повторяем то же самое с другой стороны. Так, прошло у нас минут 15. Если пробовать трогать краску, то она уже подсохла. Но сегодня нам повезло с погодой. Сегодня у нас больше 20 градусов. По первым ощущениям, краска матовая. Легла она хорошо и высохла реально очень и очень быстро. Давайте перевернем наш с вами макет и повторим процедуру. Давайте попробуем поменять колпачок и посмотрим, как работает более широкое сопло. Да, надо было сразу этим соплом красить. Ну, я вам скажу, что с базовым слоем мы закончили. Сейчас просто дадим ему высохнуть и... На этом все. По ощущениям, еще осталась где-то половинка баллона. Ну, может быть, чуть меньше. Но на еще один такой же макет хватит. Следующий шаг нашего с вами творчества – это приклеивание трафаретов под цифрой 1 на каждую из сторон макета. Как видим, трафаретов достаточно много, разных таких клякс. Мы можем с вами подобрать необходимую нам кляксу и приклеить на половинку оружия. Ну и с другой стороны потом сделать точно так же. На тех кадре не было просто. Ладно, все, закрой рот свой. Процесс творческий.
Обклеиваем 30% поверхности оружия. Обклеил трафаретами по одной половине макета. Сейчас то же самое повторю на другой половине и произведем окраску. Трафареты отклеиваются очень и очень легко, как с бумаги, так и с самого макета. Что очень интересно, сама вот эта вот липкая часть, она такая плотная. Кажется, ну, казалось, когда я не попробовал еще отклеить, что это какая-то такая очень тонкая бумага, которая липнет сама к себе очень сильно и комкается. По факту нет. Очень трафаретики удобные, что радует. Итого, на обклейку двух сторон у меня ушло почти 3 листа. Ну, на одном осталась одна наклейка. Теперь берем мультик темно-зеленый и закрашиваем весь автомат таким цветом. Напоминаю, что нужно встряхнуть баллон в течение 2-3 минут. Сопло я взял широкое, потому что им по площади мне красить понравилось больше. Ждем, пока подсохнет, и с другой стороны повторяем то же самое. С другой стороны делаем то же самое, но сопла я сейчас взял меньше, для того, чтобы сэкономить краску. Красить буду не как ту сторону, ну, грубо говоря, полностью заливая, да, половинку макета, а буду стараться прокрашивать места, которые не заклеены наклейками. Баллон закончился. Можно попробовать что-то еще из него повыдавливать. Но залить предыдущую сторону с другим кэпом было ошибочно. В целом краски, ну, вроде как хватило, но еще те все неровности и помарки, которые у нас остаются, скроются другой краской. Но тем не менее, имейте это в виду. Окрашивайте те места, которые не заклеены наклейкой. После высыхания данного цвета мы, не отрывая предыдущие трафареты, добавляем еще трафареты под номером 1. И заполняем порядка 70% ствола наклейками. Ждем и с другой стороны повторяем то же самое. После высыхания краски следующим пунктом идет отклеивание трафаретов. Мы должны снять все то, что мы с вами приклеивали ранее.
трафареты мало того, что хорошо приклеиваются, они хорошо и отклеиваются. После снятия наклеек наш с вами автомат выглядит вот так. На мой взгляд, уже получается очень прикольно. Выглядит прям классно. Но это еще не все. Следующий пункт — наклейки номер 2. Как видим, наклейки у нас полные, они такие прямоугольные. И закрашиваться будет только внутренняя часть наклейки. В отличие от наклеек под номером 1, да, где у нас закрашивалась внешняя область, здесь будет закрашиваться внутренняя. Наклеиваем в хаотичном порядке наклейки номер 2 и закрашиваем коричневым цветом. Куда мы их будем приклеивать? Я думаю, что на области светлые, которые у нас остались такие более яркие. Но с заходом и на другие цвета, соответственно, тоже. Наклейка выглядит вот так. Ну, наклеиваем ее как-то вот так. Стараемся пальцем приклеить наклейку полностью, промазав или прожав все углы. После приклеивания наклеек слоя номер 2 берем краску коричневую, взбалтываем, берем кэп с маленьким соплом, так как здесь нам нужно окрашивать внутри трафарета, и большой угол распыления нам не нужен. В целом пока все. Ждем, пока высохнет. И на другой стороне повторяем то же самое. После высыхания краски отклеиваем трафареты. Получается очень-очень симпатично. Следующий пункт. Мы должны приклеить трафареты номер 3 и задуть последним цветом песок. Трафареты номер 3, так же как и трафареты номер 2, закрашиваются по внутренней части. Наклеиваем и закрашиваем. После того, как приклеили трафареты, берем краску песок. Один нюанс есть. Вот мы приклеиваем маленький квадратик с трафаретом. И вот это вот место у нас остается не заклеенным. Когда мы будем распылять краску, очень велика вероятность того, что мы попадем вот сюда. Поэтому при окрашивании используйте, листы от трафаретов, дабы вот так вот перекрыть ранее окрашенную область. Когда мы будем прыскать, мы попадем только сюда. Эта область у нас не будет окрашена. Thank you.
ждем высыхания и с другой стороны повторяем то же самое. Ну что, итоговый результат получился вот такой. На мой взгляд, для первого раза окрашивание в мультикам получилось очень и очень неплохо. Надо, конечно, еще дать краске досохнуть, но уже внешний вид вполне себе приятный. В комментариях под постами с различным видом снаряжения, вооружения, очень часто вижу комментарии о том, а есть ли икари-миссия, а есть ли икари-миссия. Вот. Отвечаю сразу же. У данной краски икари-миссия есть. Ну, по крайней мере, по заявлениям производителя. Что касаемо набора. Какой-то краски у меня осталось больше, какой-то краски у меня осталось меньше, какой-то краски не осталось совсем. Для полноценного окрашивания такого же макета в аналогичный камуфляж краски, на мой взгляд, не хватит, как, собственно, и трафаретов. Трафареты, конечно, можно использовать повторно, но делать это будет менее удобно. А вот оставшейся краской покрасить какую-нибудь вторичку, пистолет, там, кобуру, какой-то элемент снаряжения, шлем, вполне себе. Краски хватит. Помимо красок, причем различных типов, компания «Новокраска» занимается, как я уже говорил ранее, выпуском средств по уходу за оружием. Скриншот где-нибудь здесь прикреплю, можете посмотреть. Да и ссылки на компанию производителя я оставлю в описании под видео. Ну, мне кажется, такая краска хорошо будет камуфлировать. Такой ствол будет не видно где-то в лесу. Можно сказать, что она обладает высокими маскирующими характеристиками. У меня на этом все. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ну да. Выглядит хорошо.